Также представители стран Вышеградской группы провели рабочую встречу с губернатором Дмитрием Мироновым. Глава региона отметил, что основной объем экспорта из нашего региона приходится на продукцию химической промышленности. Однако есть и много других товаров, способных заинтересовать потребителей стран Вышеградской группы. За 11 месяцев прошлого года торговый оборот региона с этими странами составил более 200 миллионов долларов. Из них с Польшей более 133 миллионов, а с Венгрией свыше 46. Это существенно. Доля в общей структуре регионального экспорта. Наш регион уже достаточно давно и плодотворно взаимодействует со странами Вышеградской группы в самых разных областях. И как результат у нас реально растет товарооборот между вашими странами и Ярославской областью. В 2018 году внешнеторговый оборот по разным направлениям увеличился от 12 до 81%. Это очень хороший результат.